Я вытащил Пашу из петли. А он обещал доставить меня как можно ближе к полису. Дальше все ясно. Я найду там людей из Ордена и сообщу им о том, что случилось. Но путь к легендарной театральной лежит через катакомбы. Я никогда раньше не бывал в этих местах, и без своего нового друга, думаю, наверняка тут потерялся бы. Надеюсь, он знает дорогу. Миссия сквозь тьму. Спасибо, Артём. Как мы их, а? Один за всех и все за одного, как мушкетеры. Любимая книжка в детстве была. Мечтал мушкетером стать, как вырастал. Ну, на данный момент был я за себя и я за тебя. Идем до театральной, а там ты в полис, а я домой на красную линию. Странно только, что они отстали, да еще и ворота закрыли. На, потому что нам придет жопа, чувак. Как вот миссия-то называется? Факел. Вот для нее никаких ачивок нет. Я специально себе выписал все, представляете, да? Вот настолько я подготовился к записи. Да, чтобы продемонстрировать вам максимум, чего я могу сделать, что могу сделать при первом прохождении. А здесь что-то FPS дропнулся. Андрюха! Пятый на связи. Тушите там свет в тоннеле, считая не покойники. Потрясающе. Покойники? Ну, спасибо вам, граждане фашисты. А, ладно. Отступать некуда, позади Москва. Двинули дальше. Нет, твой люгер мне нахрен не сдался. Я бегу, 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 я бегу, я бегу. Стой! Вот чего свет вырубили. Пауки терпеть его не могут. Так, инструктаж. Одних пульт... Чё за звуком? Но раз эта сволочь света боится, его и применим. Теперь, Артём, главное, не выключай фонарь. Без него хлебнём тут. Окей, здесь нельзя не дают зарядить ну, в смысле... Нет, я хотел вытащить просто зажигалку. Вот таким образом идти. О, да, другое дело. Завал! Похоже, рванули туннель. Видно, пулями не смогли остановить. Да... Чё за срань со звуком? Погоди-ка, хватит. Сквозняком тянет. Значит, есть выход. А, теперь понимаю, для чего зажигалка нужна, то есть по ней еще надо будет выходы находить. Блин, это глупо будет. Это, по-моему, где-то уже Артём, было. Помоги открыть! По сути, помоги, да помоги, вытащи из петли. Помоги ширинку расстегнуть. Помоги ребенка сделать. Ну, этого я, конечно, бы не отказался. Ну, в смысле, только если. Ну, в смысле, не мы с тобой вдвоем. Я потому что уже родил, похоже, здесь одного черного. А паутине-то шагу не ступить. Эта мелюзга такое устроить не могла. Наверняка это пауки? Побольше. Главное, их не разбудить. Я думал, что они не рождаются в коконах, как чужие. Черт! Они уже близко! Постой, Артём, не торопись. Теперь осторожнее. What the fuck? Тут все вроде чисто. Я же вроде не в противогазе. Пошли! А, у меня нет противогаза. Почему это... А почему только что пробежал муха? Почему раздельно, я имею в виду? Я имею в виду, сказал. Туда не по какому месту? По глазам? Так, будем надеяться, лифт не подведет. Зато у меня есть... Есть! Генератор в порядке! Зажигалка с бесконечным бензином. Как тебе такое? У тебя такого чисто. Нету. Не-не-не-не-не-не. Прошу, подготовимся. А у меня две одинаковые пушки, прикинь. Поехали. Я просто капец как подготовился. Да, приседаем. Йоу-йоу-йоу. Какого... Что с ним? Почему встал? А, окей, быстро лифтеры работают здесь в метро, однако. Хранитель, что ли? Чёрт. Сколько я раз говорил себе, не заходи в лифты, ну, в разрушенном метро не заходи. Нет. Зашел снова, что ж такое? Услышали нас, суки? Да что у тебя суки-то суки на языке, а? Чёрт, в самое лобо. Матюгальник. Дай как по-другому там, да мутозвоны, хреноплюи, жопоноги. Обосраться, что звука происходит? Уцепился!
Ага, я думаю, где он? Жри, тварь! Видел пузо? Вот в него и бей, верхний панцирь не пробьешь! Вау, они ушли, и звук прекратил щелкать. Артём, их надо сжечь фонарем, пока на спину не перевернутся! Окей. Тут Орел такой неплохой. Завернули. Айда за мной! Да я уже иду, чувак! Ах ты, сука, ты такая! Артём, свет сюда! Зажарь его! Ей! Так-то, мразь! Как тебе такая... какое кесарево сечение? Да я просто... Я сейчас могу в роддом идти работать. А, я хочу туда. Так, сюда. Мост. Про него я слыхал. Теперь эти азарные недалеко. Может, меня подождешь, мудак? Нет, похоже, здесь NPC также бегут вперед, как и в прошлой части. Я перезагрузил игру. Надеюсь, сейчас щелканий не будет никаких и затупов. Алло. Сейчас опять чуть не сдупило все. Господи, мух, уберите с моего лица. Я не такой. Я не весело пахнущий человек. А зажигалка не работает? А, черт, я не то сделал. А, опять. Высоковато. Ты шутишь? Я подумал, сейчас провалится что-нибудь подо мной в лучших традициях дутого кала. Господи, что с мухой не так? Она вообще телепортировалась. Муха-телепортер. Снова они! Так, у меня батарейка, кстати, потрясающая. Артём, не подпускай их, а я поищу, как перебраться. Нормально, сгодится. Артём! Давай сюда, подсоби! Окей, ты мог как бы еще медленнее думать. О, господи, как сраные QTE! Я уже один провалил в метро 2033, это было глупо. И тупо, и смешно. Глупо, тупо и смешно. Глупо и тупо. Ну, это было настолько глупо, что даже глупо и тупо. Охренеть, Бубка обзавидовался сейчас. Айда за мной! Да ну вас нахер, ребят, пауки. Знаешь, оно могло не сработать так. Срань. Какие пули, они все падают. Совершает самоубийство. Давай, я подсажу. Надо дозарядить фонарик странный этот. Они внутри. Артём, руку. Нет, я ухожу, у тебя хватит, тебя хватит. Тупая срань. А как вот сейчас её пробил? Она же была панцирем кверху. Скорее, ноги в руки. Бежим, валим. Валим, валим, валим! Сюда! Они так отбегают забавно! Готов? Пошли! Чип и Дейл! Чип и Дейл! К вам спешат! Господи! Тарзан и Джейн! Давай, надо еще уходить. Лучше! Какие еще сравнения можно придумать? Свет, бегом туда! Ага, всосали, да? Но здесь они нас не тронут! Свет, яркий свет! А представляешь, кто-то из этих пауков будет светоходящим? Артём, что же нам тогда делать? Хреново без фонаря! Дай хоть факел сварганю! А тут ты сделал с фонарем своим? Гори. Ладно, двинули! Камон! I'm ready to go in, coach! Just give me a chance. Это сейчас очень похоже на эпизод из какого-то Uncharted, где Натан Рэй ходил с факелом и отгонял пауков. Артём, не отходи от меня!
Окей, босс, ты мне только что поджег лицо, спасибо, теперь у меня нет бровей. Ну, спасибо тебе за это. А ну нахрен, моя зажигалка с этим факелом не сравнится. Это как бы отец и сын встретились. Отвали, гадина! Не нравится, What the fuck? Ну-ка, вали нахер. Ну, люди вообще не боится. А, я B нажимаю, а не V. Промахнулся на одну кнопку. Ну, подумаешь, слепая печать меня подвела. Тут электрозамок. Провода вот туда ведут. Слушай, вертонет. У тебя фонарь, так что двигай по проводам. Где-то там должен быть щиток. О, спасибо. Ну, спасибо, удружил говню. Вот мне повезло с напарничком-то, кретин. Потрясающе, здесь еще и... Здесь еще и паутинка. Вы только что увидели чудо природы, рождение. Ну, паучков, правда, но... Ух ты. Новая заметка, мне как-то страшно у них забирать, даже я вдруг они встанут, потребуют, чтобы я за нее заплатил. Как бабки в метро, неважно. Туннели и станции метро лишь малая часть того, что было вырыто за долгие века в неподатливой московской земле. Князья строили себе тайные убежища и секретные лазы, цари сооружали катакомбы и сокровищницы, и уже тогда, века назад, натыкались на гораздо более древние ходы, прокопанные не весь когда. То есть, как бы, когда рыли метро, получился ход, а в нем оказался еще один ход, а в нем оказался еще один ход. Получился, что ход в ходе и в ходе получился, вау, который во сне. Причем, возможно, вообще не людьми, пещеры, русла подземных рек. Никто не знает, что на самом деле находится вокруг станции метро, над ними и под ними. Карт не существует, потому что картографы не возвращаются из своих экспедиций. Жуткие создания, обитающие в подземельях, действительно ли они порождение радиации? Возможно, они всегда жили тут. Может быть, раньше они сторонились человека, а теперь, чувствуя, что наш конец близок, что мы больше никогда не будем хозяевами земли, осмелели и показались на свет, ползая к нам все ближе, чтобы прикончить нас и поживиться нами, пока мы еще теплые. Ты говнюк, выходи, у меня есть пулемет. Я тебе как засажу, охереешь, скотина ты. Сколько можно сдохнет ты, ты вонючий скорпион. Чтоб ты сдох, вонючий хрен, я тебе сделаю кесарево сечение. Ну и что, что не получился у меня ни ямби, ни хорей. А зато у меня есть 358 друзей ВКонтакте. Санва бич. Тут столько кнопок. Я не знаю, как столько кнопок вот. Ты что, охерел, что ли, себе выключать фонарь? Здесь-то они меня не достанут. Мехе-хе. Сколько сраной паутины, а? У вас тут что, паутиновый забег был, что ли? А, тварь пришла. Ты что, охерела? Тварь! Куда спряталась? Фак, у меня аж мурашки по коже сейчас пробежали. Фак. Я подумал, что у меня фонарик садится. Что-то он как-то перестал плохо. Перестал плохо работать? Если он перестал плохо работать, то наоборот хорошо. What the fuck, что это? А, то есть эти коконы тоже уничтожаются, если на них светить, окей. Я только сейчас это заметил. Нет, неплохая такая маленькая дырка. Не знаю, та баба, которая играет в
женатый, нет, как там называется аналог на ТНТ «Женатый с детьми», в котором якобы действие происходит в Екатеринбурге. И как зовут ту дуру, Света или как... Ну вы поняли, о чем я говорю, да? «Счастливы вместе», о! И та блондинка, которая играет. В общем, у нее дыра больше в голове и во всех других местах. Вот, ну, в смысле, не у той рыжей, а у той блондинки. Что мне надо делать здесь? А, вижу. Я такой же хочу зарядник! Кто не пришлите мне его по почте на день рождения, пожалуйста. А, это с магнитным замком дверь, вау. Ну вас нахер. О, талант не пробьешь, молочага. Я смотрю, ты тут шашлык устроил. Первый пошел. Молодец. Сейчас подожжешь нахер все метро. И будет первый пожарище в московском метро. Скажи-ка, дядя, ведь недаром какой-то кретин спалил Москву при помощи факела. До театральной осталось совсем чуть-чуть. Вход в метро, судя по всему, должен быть где-то рядом. Но каким малым ни было бы это расстояние, нам предстоит пройти его по поверхности. А наверху каждый шаг и каждый вдох может стать последним. Это какая уже вторая выплоска на поверхность, да, в этой игре? Миссия через свет. Что-то я сократил немножко. Путь через свет. Путь через свет, хотя бы называется на стопудо по-другому. Прибыли, Артём! Соберись, до темноты осталось всего ничего. Да, и нам придется смотреть сразу, как называется. Называется «Отголоски» она. Как туннель обвалился, на театральную отсюда остался только один путь. По поверхности. И задерживаться там до темноты определенно не стоит. И для нее тоже нет ачивок. Я ждал, пока ты говорит он. Местечко. Повезло нам, Артём. Похоже, схрон местных сталкеров. С тех пор, как мы оказались в метро, я поднимался на поверхность всего несколько раз. Радиационный фон там слишком высок, и слишком частые вылазки оборачиваются для смельчаков смертельными болезнями. Например, яички отваливаются или налезают тебе на подбородок, и вы становитесь Хью Джекманом. Наверху всегда надо быть начеку, загрязнение неравномерно. Есть места, где убийственную дозу облучения можно схватить за несколько минут, а кое-где можно было бы даже жить, если бы не чудовище и не тоска. Без дозиметра и противогаза одно от другого нипочем не отличишь. А без противогаза на поверхность не выходит... Что такое? Не выходит вообще никто. Когда-то мы были хозяевами Земли. Сегодня, хоть я и помню тот летний день в ботаническом саду с мамой, мне уже почти не верится, что все это случилось со мной на самом деле. Не верится, что раньше я жил в одном из высоких домов и каждый день мог смотреть на небо. Кажется, метро всегда было моим домом, и все же я скучаю по потерянному миру. Хнык-хнык. Чувак, метро тоже хорошо. Там зимой тепло, летом прохладно. Я бы там жил. И запах мне нравится метро. Не стесняйся, бери. Здесь все сталкеры, братья. Я подумал, что ее разбить надо. Ни хрена себе, вот этот телевизор. Вот так тебе телевизор, понял, да? Плохой телевизор. Я думаю, мне одного фильтра не хватит. Тем паче на 5 минут всего. Да, классные у тебя часы. Удобно знать, насколько еще воздуха хватит. Чё, я уже об этом знаю. Они, разработчики, еще раз попытались мне, что ли, сказать, что я тут... Нечего тут рассиживаться. Айда дальше. Что? Что у меня часы показывают время... Насколько фильтра осталось? Ну что, пошли дальше? Забавно, что сейчас со временем не расходуется. Погнали, давай. Я слыхал, тут такое водится, что и пули не спасают. Мороженое, например? Ты, конечно, стреляный воробей, но в таких переделках еще явно не бывал. Я ел пломбиры с маргарином! Так что помни, если вау, хочешь вот жить, это круто. Не расслабляйся ни на секунду. Вот серьезно, мне Battlefield 3 не хотелось высокими настройками играть, а вот эту хочется поиграть. Ого! Но покупать комп ради одной игры в год? Новый, это как-то... Слышал я про это место. На посадку уже заходил, когда рвануло. Видишь, здание, в которое он врезался. Вход на театральную там. А на поверхности-то все тает. Прям весна, Артём. Повезет и до лета доживем. Ну, я так полагаю... Так, погоди.
Ядерная тут зима уже прошла. Я про Троицу говорю, ну ладно. Подземный переход. Сталкеры через него площади обходят. Вон, по крылу можно спуститься. Да, вау. Недолго солнышко сияло. Как быстро тучами все затянуло. Нет, вот это можно взять на... Опаньки! Вот это можно взять на wallpaper, если честно. Какого хрена? Откуда дождь? Чувак, похоже, мы стали лысыми уже. Опаньки! Воу! Это было опасно, я подумал, сейчас рухнет. Супер опасное дело у нас. А, да, можно выключить фонарик, что это туплю-то так. Переход, давай туда. Зато это подземный будет переход будет построен на, на совесть просто. На ком? Я не вижу, про кого он говорит. Чёртовы твари! Вау! Сейчас, кажись, плевому! Старайся идти потише, тут говорят... А, если сменяем противогаз, то... Конечно, настоящий... Фильтр новый ставится. ...по остальную мистику не верит, но... все равно пробирает. Я не знаю, есть там чуйка за паутину или нет, но мне просто нравится ее жечь. Давай на свет выбираться. Во? Наверное, что-то пропустил. Там что-то было видно, типа, может быть, вот трубка висела в воздухе. Ну или муха висела на мне. Мухи меня насилуют просто здесь. Алло, поджигай их! Поджигай эту срань! Ей, нету срани. Скажем дружно, срани нет! Вот такой у нас ответ. Чувак, а тебе-то самому хватит противогаза, нет? Так, я не это хочу сделать. Артём, стой, пригнись! Стражи, огромная стая, видно, от бури бегут. Тут дело. Только те, если заметят нас, разорвут как пить дать. Чувак, я уже обосрался! Пронесло. Так, Артём, смотри, чтоб дальше без таких фокусов. Ладно. What? Идём к самолету, пока новых не набежал. Пошли! Окей, подожди. Надеюсь, меня подождет. Ты что-то пропустил стопудово. Можно идти. Опаньки, дуплетный дробан. Вот это другое дело. Этого я мог бы не увидеть, если бы я не взял этот дробан сраный. О, да. О, мои уши. О. Погоди, я делом занят. Так что я заменил-то хоть? Заменил я... Окей, я заменил я... Стрёмный. Скажите, я скажу. Стрёмный автомат заменил, во. Версию автомата. Туда не пробраться, так что. Ты пади пири пири паду пади паду. Да все нормально. Так, знаешь, не те дни, не очень удачные, не совсем. Давай к аварийному люку. Попробую открыть, я прикрою. Ты прикроешь? Я не верю. Заклинило? Давай вместе. Пошло! Надо руку от мышки не убирать, а то опять какая херень выскочит. Так, Артём, место это непростое, так что не теряй головы. Ладно, пошли. Сталкер один рассказывал, это был рейс Майорка Москва. Ну, семьи после отдыха. Я-то сам ни на море не был никогда, ни в самолете не летал. И судьба. What the fuck? Это еще что за херня?
Это мне черные присылает воспоминания? Чё, ты тоже видел? Не то, что видел, меня плющит чувак. Артём, что это было? Да мне-то откуда знать, ты мне скажи! Ты же NPC сраный! Живые, смотри, они живые! Так беситься не надо начинать. Я думаю, нет, ну, правда, они похожи на булимичных людей, но... Я думаю, они мертвы. Я буду держать фильтр до последнего, до последней секунды. Я буду экономно его использовать. Кстати, сколько у меня фильтров? На 7 минут 8 секунд. Смотрите, как он медленно идет на заднем фоне. Кстати, патроны. Окей, все окей, мне с патронами. What the hell? Что такое? Еще что? Черт! Питания нет, двигатель заглох. А, это Эми. Понятно, электромагнитный импульс отключился. Дайте площадку. Черт, нет уже диспетчерской. Толя, падаем! Скорость какая? Скорость. Электроника вырубилась! О, господи! Черт! Все! Да что же это творится? Планета! В руки себя возьми! Пропуск пустится! Знаете, мне впервые за многое, за долгое-долгое время по телу мурашки побежали. Украинцы уделали Call of Duty. Сейчас. Хотя это, конечно, другая немножко игра, но... Но по уровню... Экшена было все круто сейчас. Душно мне! Душно! Мама! Мама! Что? Где? Дебил. Так и сдохнуть мог. Может, у них есть где-то в рубке противогазы? Ну, Артём, спасибо. Если б не ты, я бы... Что за странные аномалии? Давай убираться отсюда. Я тап нажимаю, господи. Тап, но можно нажать только в определенный момент. Красная линия — одно из самых больших и могущественных и мощных государств метро. Оно занимает почти целую ветку. Насколько я себя помню, красные всегда говорили, что цель их — построение коммунизма во всем метрополитене. Возрождение погибшей державы, построенной на равенстве и справедливости. Правда, независимые станции боятся красной линии, как черт ладана. А значит, без крови красным державу не возродить. Да, красные совсем не ангелы, но то, что творят фашисты, настоящий ужас. И я рад такому союзнику, как Павел, пусть он и красный. Я буду держать фильтр до последнего. Сейчас нам осталось 15 секунд, поэтому сменим. Воу! Не попадешь. Его, наверное, отпугнуть надо, его не убить, думаю. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Козёл! Козёл! Я по роже надавал, ей! Чёртовы демоны! Будешь должен! А, это он меня спас. Holy fuck! Твою мать! Хватит! Хватит, гроза! Сраная тварь! И так нервы ни к черту! И так кончается! Кончается запас, на 5 минут еще есть противогаза, все окей. Мне нравится вот это делать, это классно. Ну что я говорил? Умные заразы! А мы уже почти пришли! Готовься! Со второго этажа прут! Надо поменять на динамит.
Вау! Нихера не видно. А, то есть они теперь заменили... А, ну все, вот это хорошая идея, заменить ломающийся противогаз противогазом, который загрязняется. Твою мать. Вход на минута осталась противогаза. Побежали! За мной, скорее! Камон, 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 минута осталась. Нет, не минута, три. Это что за херня шагает? Давай сюда! Это что за херня шагает? Я уже здесь! Давай! Руку! Скорее! Сейчас еще набежит! Тут где-то рядом вход! А что ж ты дробан нашел? Без него было бы намного сложнее. Смотри, сколько их! Надо предупредить станцию! Скорее! Вали, 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 скорее! Давай по эскалатору! Скорее! Шопу эскалатор! Скорее, они не отстают! Открывайте, скоты! Открывайте, скорее! Еще один! Тупят-то как они. И те, что спереди, и то, что сзади. Держи! Вау. Давай внутрь, живо! А, это скрипт был. Нет, но скриптами они хорошо поработали. Хо-хо-хо, мужики клевые. Прям как из Fallout'а вышли. Чего так прогулочка получилась, а?